Защиту Дениса Вороненкова и его семьи обеспечивали сотрудники управления разведки, а не профессиональные охранники. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ресурс «Цензорнет». Спецслужбы не были готовы к внезапному нападению на экс-депутата Российской Госдумы, поэтому и не смогли защитить, вопреки хорошей боевой подготовке бойцов ГУРа. И это учитывая, что Вороненков не вел затворнический образ жизни, а вот навести убийцу на депутата мог его московский водитель Владислав Тихонькин, с которым Денис Вороненков встречался как раз перед своей смертью. Источники считают, Тихонькин мог быть завербован ФСБ.